Каждый из нас на протяжении всей жизни помнит имя своей первой учительницы, которая открыла перед нами дорогу в мир знаний и научилась справляться с трудностями. В нашей стране в начале октября поздравляют учителей с их профессиональным праздником. Везде он проходит по-разному, но главное в нем все же одно – это день большой благодарности за любовь, заботу и самоотверженность. В любой школе, в огромном городе или в крохотном хуторе об этом празднике не забывают. Мы уже рассказывали о необычной школе девятилетки в хуторе Прорвинском. Это одно из самых отдаленных от районного центра малокомплектных учреждений. 49-я школа, хотя она и маленькая, всего 16 учащихся, отличается серьезным уровнем образования. Как сказал нам директор школы Андрей Пономаренко, за все время его руководства с 2006 года здесь не было ни одного второгодника. Выпускники уверены, сдают экзамены и поступают учиться на бюджетные места. Из 9 учителей у нас один учитель высшей категории, 5 первой категории. Есть, конечно, свои нюансы и сложности в работе. Так скажем, один учитель, он у нас как универсал, ведет несколько предметов. То есть на каждый предмет, естественно, они проходят курсовую подготовку, чтобы имели право преподавать эти предметы. Индивидуальный подход и неравнодушие помогают добиться хороших результатов. Учитель дает знания не 25 человек в классе, не 30, а одному. То есть и домашние задания каждый день спрашивают, естественно, и я так думаю, что это все-таки, конечно, влияет на качество обучения. От учителя начальных классов, который закладывает фундамент всех основных знаний, зависит успешность учеников в старших классах. Светлана Татарчук прекрасно понимает уровень своей ответственности. Я работаю с детьми. Вот это для меня праздник День Учителя. Я горжусь тем, что я каждый день прихожу в школу, и меня встречают дети. Если сказать, что у нас отдаленный хутор и нету современных, например, и проекторов, мультимедийки. Это у нас все есть. Дети это знают, им нравится. Мы можем и видеоурок посмотреть, и презентации различные готовим вместе с детками. Проектные работы. Мы это через проектор мультимедиа можем посмотреть. В школе сделано все для комфортного обучения. И еще здесь какая-то удивительная, добросердечная атмосфера. Учащиеся довольны, что обучаются именно здесь. Много нового узнаем на уроке, так как я одна в классе. Мне нравятся учителя. Они очень хорошо преподают, все объясняют. Учителя 49-й школы успешно ведут по стране знаний своих учеников, и мы желаем им всего самого доброго и новых достижений в их нелегком, но очень важном и нужном для всей страны труде. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко, программа «События».